наступающим великим праздником церковным, обрезание Господне 14 числа. Также с наступающим старо-новым годом по старому календарю. Всем здоровья, в новом году счастья, здоровья. Ну а что еще, собственно, жевать? Что еще надо? Маленькие закупки вот такие. Такая колбаса. Сальчичон Тоскана какая-то. Крутая очень. Ну это. Что это? Говорить не надо. Это. Цены То... озвучь, ну, будет интересно. 99. 29. 16. Хотя он по тридцатке такой. 39. Этот. 50 с чем-то уже точно не, не помню. 50 с чем-то вот такой вот. Сырный этот тук. Сеть под шубой. Такая вот. На 164 рубля. Такая вот. Вкусная очень. Очень вкусная. Вот такая вот отбивная по-креольски. 150 рублей. Курица, картошка, что-то еще, сырная такая-то подушка, колбасень, вот такая вот, длинная, достаточно прилично, по сравнению, вот, 199 рублей, ну, масло 59 или 57, фарш свиной, там свежий, все полный, ну, только что прям прокручено, считай. 165 рублей всего. Хлеб вот такой вот. Тоже вкусный очень. Там с чем даже, с какой-то начинкой или что это как. Ну, корм 16, майонез 80 с чем-то. Такие вот огурчики. С зеленым луком. Такая банчища. 100 рублей. Вот такой вот горошек. 80 с чем-то. И такая вот пироженка вишневая. В кокосовой стружке. С вишенкой там. Тоже. Что-то не помню. То ли 80, то ли 90. Где-то вот в районе того. Овсяные эти печеньки, такие вот, и два пирожка с капустой, ой, с картошкой, такие вот с картошкой, два пирожка, ну, картошку 2 кило, вот. Спасибо большое человеку, который помогает всегда, человек знает, да, всего хорошего, да, здоровья тоже, дай бог, благополучия, спокойной жизни, счастья.